Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Барбоскиных под названием «Приношение в жертву дружка». Эта серия меня преследовала повсюду. Мне присылали ее подписчики, я видел ее по телевизору, и теперь я вам о ней расскажу. Серия начинается с заставки «Все мрачно и темно». Это очень пугало, а звук разрывал мои уши. После заставки показано, как малыш ходит по кругу пентаграммы в странном костюме. Его увидели его братья и сестры. Они не воспринимали это всерьез и начали смеяться и снимать его на телефон. Только Гена подошел к нему и спросил, что случилось. Мультик как будто переклинило. Все стало мрачное и темное. На фоне играла жуткая музыка. Глаза малыша стали белые. На его теле появились странные знаки. Он дал Гене какую-то записку. Гена начал вчитываться. Это было какое-то заклинание. Он читал его в голос и все время повторял одно и то же. Под конец он криком прокричал это заклинание. У всех пошли мурашки по коже. По экрану пошли глюки. Все начало мерехтеть и начались помехи, которые длились всего 666 секунд. После помех показано, как все отошли от малыша. Из поезда смотрели на него. Малыш, что бегал по кругу около пентаграммы, и кричал что-то странное. Ночью все братья и сестры ели и начали думать, что же случилось с малышом. Ребята захотели тоже попробовать. Они нарисовали пентаграммы и начали ходить вокруг. Мультик снова переклинило. Все стало снова мрачное и темное. Глаза Барбоскиных стали белые. Они кричали что-то странное. Малыш, ты наш король. Малыш, ты наш король. К ним вышел малыш в короне и с белыми глазами, налитыми кровью. Он чувствовал себя королем и приказал дружку принести себе в жертву. Дружок вышел к пентаграмме и начал странно танцевать. После он взял веревку и мыло, надел на свою шею веревку и повесился. Из его рота и глаз шла кровь. Это был конец для дружка. Следующая жертва будет Роза. Так сказал малыш. На этом все, чтобы Сергей Онис поставил от тебя это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И как только на этом видео наберется 750 лайков, то я сразу же сделаю новый потерянный эпизод. А также подпишись на мой канал и расскажи об этом видео своим друзьям, они будут в шоке. И помни, это всего лишь мое воображение. А я тот самый чувак, который испоганил твой любимый мультик.